Новая развязка на Змеиногорском тракте. Степень готовности 68%. При этом сдать объект должны уже в начале декабря этого года. Напомним, строительство реализуется за счет инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Стоимость работ почти 3 миллиарда рублей. Оттого и повышенное внимание к объекту, успеют ли рабочие, учитывая отставание от графика. По словам министра транспорта края, есть определенный дефицит рабочей силы. Но подрядчик, Московская региональная строительная компания, привлек все возможные ресурсы. На развязке работает около 200 человек. На данный момент мы не говорим с подрядчиком о переносе сроков. Почему? Потому что наш контракт истекает 10 декабря. То есть он не истек, мы работаем в рамках текущего контракта и всеми нашими способами убеждения и взаимодействия с подрядчиком и заказчика на это же настраиваем, что нужно максимально эти сроки соблюдать, наращивать количество рабочей силы, ну, естественно, ориентироваться по погодным условиям, но не в ущерб качеству. В Министерстве транспорта также подвели и другие итоги. Так, например, в этом году в регионе отремонтируют более 400 километров региональных дорог. На эти цели направлено более 17,5 миллиардов рублей. Из них 15 из краевого бюджета. Также в этом году завершится ремонт 12 мостов. В следующий год цель – зайти интенсивнее на региональную дорожную сеть, которая включена в опорную, именно десятками километров, там, где есть поручение губернатора, там, где есть обращение жителей, там, где есть уже действительно необходимость, подтвержденная диагностикой. И вот именно выполнить линейные объекты большими протяженностями с крупными суммами. Добавим, что на сегодняшний день работы на дорогах края, ремонт которых будет завершен в этом году, выполнен на 70%. Ирина Корчагина, «День с толком».